Привет, ребята. Сейчас у нас, сегодня у нас воскресенье, 10 января 2016 год. Все время не знаю, куда смотреть. Тут у меня камера или здесь. В общем, одним словом, мы сегодня с Дошечкой направляемся сейчас на кружок, на первый урок фортепиано. Мы едем, это не какая-то музыкальная школа. И Доша проявил желание, что он хотел бы, может быть, научиться играть на фортепиано. Пиано. И я сказала, пожалуйста, почему бы и нет. И у нас при, опять же, том же комьюнити-центре всегда можно проверить, какие кружки есть. И у нас получилось, что как раз как бы с этой четверти получается, да, с весенней четверти, не знаю, получается зимняя, как бы это зимняя четверть. Есть фортепиано для начинающих, я проверила, 8 уроков, по 45 минут каждый урок, стоит, по-моему, 120, ну, с налогами, скажем, там, $130. Вот, за $130, 8 уроков, по 45 минут фортепиано для начинающих. Чему их там будут учить, я без понятия, то есть... Скорее всего, может быть, ноты. Может быть, сразу просто как на клавиши нажимать, как эти на клавишах ноты расположены. Я не знаю. Но факт в том, что я знаю, что здесь это не как музыкальная школа, да, там сольфеджио отдельно, то отдельно, все отдельно у них. Я думаю, что это будет чисто пока что как в виде фана такого, что будут они, видимо, на маленьких таких синтезаторах, так как было в описании написано к этому курсу. Классы маленькие, не написано, правда, по сколько человек, но я думаю, не больше 10 должно быть, потому что иначе это не имеет смысла весь этот урок. Что за 45 минут можно объяснить классу в 20 человек? Я думаю, ничего. То есть я думаю, что где-то это минут 10, человек 10. Мои предположения. И у каждого будет какой-то синтезаторик маленький. И вот каким-то таким макаром они будут все учиться. Вот. За 8 уроков, конечно, я не знаю, что можно выучить, но, наверное, что-то можно выучить. Это же программа была кем-то написана. Посмотрим, что там будет. Попытаюсь снять, если мне разрешат. Вот. И... Сегодня, конечно, такой дождливый день, дождик у нас идет, но вообще с этой зимой нам повезло. В том плане, что нету снега и нету сильных ветров. То есть, считайте, сейчас у нас январь, это, конечно, еще не показатель, но уже, как бы, естественно, существует какой-то прогноз. И прогноз говорит о том, что эта зима не будет холодной, как прошлое. Прошлое было и снег немножечко был, и был и очень ледяной ветер. Все время были ледяные ветра. Вот, что не самое приятное, как вы понимаете. Особенно мне с Габи таскаться на руках в школу, потому что она у меня в коляске не сидит. Это сущий ад. Поэтому мне пока нету ветра, а только там дождик или что-то, мне хорошо. Но говорят, что уже на этой неделе выпадет опять какой-то снежок, потому что тот, который выпадал месяц назад, уже растаял, потому что этот снег уже, этот дождь его просто растопил. Вот. Ну, в общем, такая слякотная немножко погода. Ну, в общем, едем. Направляемся на урок. Посмотрим, чего нам там расскажут. Ну, и Дашка, расскажи, куда ты пришел. Пиано-класс. Пиано-класс. Да. Все, у нас еще есть 5 минут. У нас еще есть 5 минут, вот мы ждем здесь в классе, здесь детки уже занимаются, предыдущие, у них еще есть 5 минут. И все, немножко оно в каком-то подвальном помещении таком, но ничего, сейчас посмотрим. Доша? Пиано? Не пиленькай просто так. Сейчас вас научат, как надо пиленькать. Yeah.
Кип, хорошо, это вам подарили. Заниматься по этой книжечке в такой сумочке. И сумочку подарили, и книжечки подарили. Ой, как красиво. Ну, давай мы будем дома все это смотреть, складывать, потому что сейчас другие детки должны заниматься здесь. И эту бумажку тоже туда положу. А? Это лучше, да, 45 minutes, чтобы вы не устали. Тебе понравилось? Ты что-то выучил? Идоша. Выглядит так. Там что-то написано, music что-то. Академия. Academy of Music. Аркадия. А, это от Аркадия какая-то, наверное, школа есть. Ой, Идоша, мы не туда приехали. А ну-ка, назад нажми на G, букву G там, где, ага. Нам надо было, мы слишком высоко приехали. Значит, нам нужно знать, что вниз в basement на B, а G нам на general надо. General. Ну, вот прошел первый урок, Идоша. Учительницу зовут Мейл, не такая хорошая девочка. Молоденькая, да, Идо? Тебе она понравилась? Ага. Ну, ты можешь еще что-то, кроме ага, сказать? Да. Что? Что еще ты можешь сказать? Вот ты видишь, что надо запомнить, что нам нужно в этот выход заходить. И с этого выхода у нас сразу сюда лифт и все. А так нам надо через то пройти, потому что на улице нету дождя, мы можем выйти. Мне кажется, дождь уже закончился. Ой, там жарко немножко было. Ну вот, все, мой музыкант юный идет, да? Да. Пианист? Да. Красивая ручка так у тебя лежала на пиано. Очень красиво. Все, сейчас мы будем ехать. Все, первый урок прошел хорошо. Дали домашнее задание, книжечки. Потом посмотрим, что там. Посмотрю, что у нас в нашей сумочке. Так. Первое, что нам дали, вот такая тетрадь. Вот. Так. Discover the magic of music. Acadia Academy of Music School. Music dictation book. 48 pages, 6 staff. Student teacher. Ага, вот. Это просто нотная тетрадь. То, что называется на русском языке. Вот это все ноты здесь расписаны, как они называются. А это нотная тетрадь. Вау, вы будете ноты учить, Идоша. Я думаю, что мы будем продолжать это все время сюда записываться на это, на фортепиано. Вот здесь можно с одной стороны вот ноты, а с другой стороны просто запись. Идоша, ты ничего не хочешь в своей жизни. Что делать? В жизни надо иногда делать. Я хочу играть в мой Xbox. Ну, это от тебя никуда не убежит. О, здесь даже написано цена $10 сзади. И вторая книжка вот такая. Пиано. Пиано. Пиано, вот я ее так показываю. Так, значит, Piano Adventure by Nancy and Randall Faber. Basic Piano Method. Идо, ты можешь, ты пристегнулся уже? Да. Вот, и здесь, в общем, всякое интересное. Тут нотки. Если смотреть сначала, они сегодня... Идо, не обтирай грязные ноги, об сиденье мне. Так, я здесь вам так не покажу. Здесь, короче, очень все прикольно расписано. Вот здесь прям на ручках, видите, тут на ручках прямо у них идет объяснение. Вот какие пальчики, на какие нотки, на какие идут эти клавиши. Короче, очень здесь дофига такого разного интересного. И даже на каком пейдже вы сегодня все делали? We did. Let me show you. А, вот это? Yeah, we did that. Go back. Это и это? No, go back. Not the number one and that one. Yeah. Ага, это и то, да? Yeah. Ого. Значит, они сегодня проходили вот это. Two pages. Как нужно сидеть. Потом они проходили про пальчики, да? Как надо держать пальчики. And then we stuck. Вы не stuck, вы просто начали потом играть. Yeah. Вы делали wristing warm-up? Вы пальчики разогревали? Делали упражнения пальчиками? We just played something and then we started to work and we played a bit more than we ended. И вот такое. Потом он свою ручку нарисовал. Left hand, right hand.
А потом было вот это. Это я еще не поняла, что такое. Это, наверное, они пальчиками должны были так нажимать. Это я еще не знаю. Это мы дома будем выяснять. На. Так, и здесь еще дали нам какой-то листочек. Community Center Music Program Introduction. Warmest Melanie, учительница. Melanie Freight. У нее даже тут есть сайт. Надо будет дома зайти посмотреть все. Все. Так что это был наш первый урок. Еще делали какую-то страницу? Ну, покажи мне. А, еще делали потом следующую страницу. Потом они какую-то Си искали. Си, да? Uh-huh. И она говорила, что она посередине, да? Uh-huh. Middle Си. То я еще не знаю, надо будет разбираться. Дома еще здесь они играли здесь что-то. Не знаю. В общем, вот такая книжечка. Так что все это было включено в программу курса. Эти книжечки остаются у них. И они будут с ними работать. И на каждый уровень свои книжечки есть. Вот так что вот это мы еще и получили. Я считаю, что за $130 это хорошо. Это хорошо. Так, ну все, сейчас нам можно уже выезжать в сторону дома. Но нам еще нужно заехать в Canadian Tire, поменять кое-что. Так мы, наверное, поедем уже в Canadian Tire. Все, ребята, пока-пока.